Осторожно, парень! Не мешай мне. У меня приказ от коменданта Себастьяно. Ты будешь меня сопровождать. Что? Мне нужен... Ясно. Что? Мое ружье. То есть как? Ну, я менял курок, чистил ствол. Но... Каждый защитник от... Ну тогда просто... Ты думаешь, все так просто? Но... так... А как... Ну, как обычный кремний. Ты же умеешь. Ну да, я как-то учился. Можешь чё? Ну, как тебе? Нож. Я не... Себастьян. Ты прав. Когда ты... Ну, я его подготовил. У Эйсебио была пара бутылок вина. Мы сели у костра, и это последнее, что я могу вспомнить. Ну тогда... Конечно. Научи меня стрельбе из мушкета. Ты хочешь научиться? Тогда не торопись. Думай, чем... Я хочу... Стать тебе... Научи меня стрелять из ружья. Какой... Я хочу... Если так... Я ищу... Я так и думал, что ты... Почему? Он постоянно что-то в нем улучшает. Я так скажу. Что? Они прилично... Они были... Понятия не... Дай им... Не могу. Как ты думаешь? Честно сказать. Хочешь сказать, его украли? Оружие красивое. Наверняка найдется не один человек. Не один? Ну, скорее надо спрашивать, а кто... Остается только надеяться, что она не попала в руки... Я ищу... А чего тогда... Ну, ты... Точно. Что случилось? Да что тут скажешь. Титор, полночи мы просидели вместе. А что да? Парень, послушай. Я тут, поэтому я был бы тебе очень благодарен. Почему у тебя... О, парень. Да потому что нас кормят одним... А как можно задолжать, купив кусок мяса? Это происходит быстро. И продает втридорога. 200... Говори, что... Эй, оставь мою мазу... Выкла... В общем, так. В тот вечер нас было четверо. Бартол... Но Мартинес ничего не пил. По крайней мере... Что случилось со мной? Но я не... Это... Я... Хе, и ты тоже ему помогаешь. Может быть, он его не потерял. Да ну. Ты ведь-то... Эти защитники... Советую тебе не совать. Нет, сейчас у меня нет времени. Я сразу замечу, если тут что-то пропадет. Даже не пытайся ничего украсть. Если б я только мог...
чего тебе вообще тут надо? Я принес. Дай-ка Мощный бит. Ну-ну, не преувеличивай. Несколько... А хищников не... Шкура ягуара. Ах, какая роскошная! Перо. О, какое красивое! И оно еще... Спасибо! Ты заслужил? Это было... удовольствие. Ты еще здесь? А, ты стал... У тебя... Нет. Бартоло его потерял. А, ты об этом? Ну, не знаю. Что случилось? Парни у костра напились в... 4 часа спустя в джунглях я встретил Эйсебио. Он бы... Я ему сказал, что не видел малуков. И что их вроде бы видел Тит. Тогда он попёрся с матом через кусты. Где-то там упал и заснул. Это все, что я... Почему тебе никто... Не пойми меня неправильно. Наверняка это хорошее ружье, возможно... Да... Мне ружье нужно для охоты. Если на меня понесется кабан, то даже самое лучшее... Он меня просто снесет. Быстро заходим и тут же... Ходят. Я знаю. Да, надеюсь, ты... Меня интересует только... Ну, давай. Я знаю, что Мартинес и Эйсей... Ясно одно, оружие у тебя, либо ты знаешь... Интересно, если я дам тебе в зуб... Не думаю, что у тебя... Бартоло, нужно его ружье, давай его сюда. Ну, ладно. Можешь отремонтировать это ружье? Хе, да. Сможешь по... Хочешь немного? Да нет, ружье Бартоло для меня слишком особенное. Вот твой... Да ну! Да это... Но... Так, рычаг с собачкой не зах... Ну ладно, поправим. Наладь? Хорошо. Не проб... Собираюсь надрать. Мы собираемся... Конечно. Я сразу туда пойду. Осторожно, парень! Я не могу тебе помочь. Прочь.
Ну, как дела? Пока ничего не происходит. Ха-ха-ха! Ты в порядке?